что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Вы патрулировать пойдете или нет? Сколько уже ждать можно? А вы к нам хотите обратиться? Да. Я уже обратился давным-давно. К нам? Ну да. А кому вы обращались? Да ко всем, и казакам, и полицейским. Да, я вас не слышала просто, что не, случилось. Не, ну я сейчас только что говорил. Только, ну, давайте с вами поговорим, что у вас произошло, что случилось. Да у меня ничего не произошло. А что? Идите, работайте, да и все. А это ваша гражданская позиция такая активная? Ну, что здесь активно, не активно? Ну, вы активно же так возмущаетесь, поэтому активная гражданская позиция. Я думала, у вас что-то случилось, мало да ли что нет, да это. Да все нормально, просто идите уже, работайте. Так, а вам какая разница, не помню? Это ваша гражданская позиция? Вы тут шопитесь по полчаса, а улица... А мы не шопимся, не переживайте, мы не шопимся. Ну, ты же так же с гражданами общаемся, ты же так же, как общаемся с вами. У вас что-то случилось? У меня ничего не случилось. Ну, слава богу, и слава богу. Мы очень сотрудничаем, у нас тут камеры стоят, и часто это... Ну, все отлично, все хорошо. Ну, вот видите, вот поэтому слава богу, что у вас ничего не случилось. Ну, а что здесь делать по полчаса? Так, а вам какая разница, я не пойму. Мы к вам докладываем, а что у нас вот так вот людей, которые нас. Вот так люди, которые нас проверяют. Лично вы не надо, меня там или кого-то еще конкретно проверяют. Да меня раздражает. Ну за граждане у нас. Да нормально граждане. Да никто не будет бежать. Я если что случится, я приду и буду требовать. Да я не буду прибегать, я приду и буду требовать. Что мне бегать? Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Иди работай уже.